Не, ну документ, да, про жуков вам большой. Здравия желаю, товарищ специалист. Я помню, нам рассказывали еще какие там что-то органы, блять, у матки что-то такое, блять. А не, а вспомнил. Выползают из брюха, что вот этой матки, блять. Что-то такое, не помню. Ну, типа из брюха этой матки выползают жуки, и я понял тебя. Не, конечно, интересно, наверное, пилоты проехал там. Вам нужно было пойти к медикам, а не пилотам. Куда? К медика проста. Зачем? Почему? Диагноз ставите быстро. А вы не читали? Строевые забазы, документацию строевых забазы. Нет, у нас в 41-й только цифры. Ну это у вас, а у нас там целая роспись, что из жуков выползает, что из них да. не выползает. Какой-то Каждый прыщ биологи, на жопе блядь. Тоже написан. Вот у матки на пятой жопе шестого брюха находится родинка прямо под соском. Я лично проверял. Я лично покусывал, блядь. Один я интересовался самцами. Нет. Мы, я до сих Здесь пор... Все клоны мужчины. Что-то мы все, по сути, интересуемся самцами. Лучшее влагалище — это очко товарища. Вот именно, вот именно. Легендарная фраза рядового рекрута. Мне захотелось отправиться с вами в казармы. А может быть, пойдем помоемся? Кстати говоря, блядь, да, в душ бегу. Чур я ранее. $200. Это нарушение. Надо же проводить вам, ну, мыться вам после этой физухи. Боль. Бля, я не понимаю, форма реально мокрой становится? Нет. Да-да, по-моему. Ну, да, стойте, отойдите и смотрите на меня. Сейчас. Смотри на мою форму, смотри. Смотришь? Да. Что-то такое есть, да. Как будто подблескивает. Да-да-да. Нормально. Гачи-мучи. Сука. Взял эту маленькую карамельку, которая лежит справа, и начал тыкать попу. Как гвардеец заходит, блядь. Делайте. Ой. Все, помылись и хватит. А, мы гольские. Товарищи специалисты, послушали за нами? Че нет, пацаны? Как заводите его, гачи-мучи. Гачи-мучи, товарищи специалисты. Сняли портки с товарищи специалисты. Стойте, вас. Куда это вы? Думаешь, не потратил? 105. Паркур. Сорок подглядывает, мы не будем больше. Мясо. Свежее мясо. Фреш мясо. Зажимаем его, ребят.
Укайтило. Выхода быстрее. Через слэш ми. Шпионов мы не любим. Синьсяу, мать синьсяу. В 41-м везет, что у них скорость быстрее, чем у нас. Как же хорошо, что никто из 41-го легиона не подслушал. Чё ты устал, слушай.